Сейчас мы расскажем, как своими руками сделать сверхмощную пиротехническую ракету. Для изготовления ракетного топлива нам понадобится сахар и калиевая селитра, которую многие садоводы используют в качестве удобрения. Калиевую селитру нужно смешать с сахаром в пропорции 2 к 1. В получившуюся смесь нужно добавить воды, ровно столько, сколько мы засыпали сюда сахара. Все это нужно поставить на медленный огонь и довести до кипения. Буквально через несколько минут интенсивного кипения у нас получится идеальная смесь для пиротехнических ракет. Зловещее бульканье свидетельствует о скором приготовлении. Готово! Даже маленький кусочек при горении способен выделить огромное количество энергии. Это значит идеальная смесь, да? Корпус самих ракет мы решили сделать из старых конденсаторов. Если подключить конденсатор к розетке, то он взорвется. И у нас останется идеальный ракетный корпус, который нужно набить ракетным топливом. После того, как мы заправили пиротехническую ракету нужным составом, необходимо завальцевать корпус конденсатора. Поехали. Да, состав очень классный. Две дырки даже. Смотри, потекло, да. Да, потек алюминий. Ёлки-палки. Очень классный состав. Затем, когда головки наших ракет уже готовы, к ним необходимо привязать палочки. Проведем первый запуск. Сразу убегай. Ничего себе! Слышь, на космос летит. Вот это состав. Вот это состав, она тут по двору так по всему пролетела и потом куда-то туда сама направилась, улетела. Еще одна. Она очень классно полетела. Главное быстро, как и должно быть. Она врезалась, я видел как. Взорвалась. А если у вас нет денег на селитру, то я хочу порекомендовать вам один из лучших на сегодняшний день видов заработка. Это торговля на сайте Olymp Trade. Поначалу там можно попробовать на демо-счете, а затем перейти на реальные деньги. Я наторговал на своем счете уже достаточно для покупки селитры. Все это официально, поэтому смело можешь переходить и пробовать. Ссылка в описании. А помимо вареного ракетного топлива можно использовать еще и перемолотое. Необходимо просто смешать калиевую селитру с сахарной пудрой в пропорции 2 к 1. Но у вареного состава мощность гораздо больше. Аккуратнее, может бахнуть. Уходи, 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 уходи. Мощность вареного состава настолько огромна, что некоторые ракеты буквально разрывало скопившимся давлением. Уходим. Ни в коем случае не надо баловаться с калиевой селитрой. Мы профессионалы, нам можно. Самодельные ракеты на калиевой селитре получились настолько мощные, что мы решили не мелочиться. И в следующем видео мы испытаем велосипед с реактивным двигателем.